Всем привет! А, как вы думаете? <с> в общем-то, когда женщина встречается с двумя мужчинами, это любовная геометрия, где они образуют любовный треугольник? Или же это что-то немножко другое? Когда женщина встречается с двумя мужчинами одновременно, но мужчина об этом даже не догадывается, это единственный в мире любовный треугольник, у которого целых два тупых угла. У меня, может быть, с математикой все не так круто и здорово, но... В принципе, моносфера меня научила одному. Если женщина встречается еще с другим мужчиной параллельно с тем, с которым она вместе, то она просто <сёк> шуха. Да. А они два оленя.